please watch this video to the end. I will be happy to read your comments, and if the video turns out to be useful for you, then press like and subscribe to my channel. In the following videos, I will make more collections of beautiful clothes. Enjoy watching. I will add links to these clothes in the description below the video. Платье свободного кроя подойдет для женщин с пышными формами. Крой удачно скроет недостатки фигуры. Материал в виде шпателя отлично подходит для летнего сезона. Сочетание голубого и розового оттенков подойдет как для блондинок, так и для брюнеток. Платье креп отлично подойдет для повседневной носки, благодаря практичности этого материала. Полуприлегающий силуэт выгодно подчеркнет достоинство фигуры. На талии выполнен отрезной шов. Сочетать изделие можно с любой классической обувью. Бирюзовый оттенок изделия хорошо подойдет для ежедневной носки на работу и даже для деловых встреч. Крой платья достаточно строгий. Лиф изделия имеет средний шов и выточки под грудь. Яркое нарядное платье отлично подойдет для большинства мероприятий, для прогулок и похода в кафе или ресторан. Расцветка изумрудная с розовыми тонами, делает образ ярким. В комплекте предусмотрен тонкий шнурок кантиком. Платье длиной в пол в нежно-голубом оттенке сделает образ воздушным и романтичным. Материал полиэстер в сочетании с хлопком. Юбка расклешенная. В комплект входит тонкий кожаный ремешок ярко-голубого цвета. Одежда из льна особенно актуальна для летней погоды. В таком платье не будет жарко, поэтому его можно надевать в качестве повседневной одежды. В модели выгодно сочетаются белый и голубой оттенки. Можно надевать под любую обувь, в зависимости от создаваемого образа. Легкое шифоновое платье идеально подойдет для летнего образа. В изделии удачно сочетается голубой оттенок и мелкие яркие цветы. Рукав короткий, со сборкой. По передней планке выполнен декоративный диагональный шов. Платье выполнено в свободном силуэте. Оно отлично скрывает все недостатки фигуры. Горловина круглая, рукав короткий. Модель темно-синего цвета со светлым рисунком в виде печати. Можно сочетать с любой обувью. Современную модель платья оценят стильные женщины. Модель выпускается в больших размерах. В ней удачно сочетается голубой и серый оттенок. На рукавах, накладном кармане и верхней части выполнены декоративные коричневые ремешки из искусственной кожи. Платье темно-синего цвета свободного кроя отлично подойдет для любого типа фигуры, скрывая ее недостатки и подчеркивая достоинства. По бокам предусмотрены функциональные карманы. На талии тканевый пояс. Интересная модель платья выполнена в виде комплекта кофты и юбки. Низ однотонный, верх цветной, салатовых оттенков. Изделие декорировано молнией и пуговицами по передней планке. Яркое цветное платье полуприталенного кроя отлично подойдет для жарких летних дней. Рукав короткий, вырез горловины круглый. Можно носить в качестве ежедневной одежды и сочетать с обувью любого стиля. По передней планке выполнена декоративная застежка на пуговице. Легкое шифоновое платье рассчитано на крупную фигуру. Оно удачно скроет все недостатки силуэта. Рукав короткий, в боковых швах выполнены функциональные карманы. Можно носить ежедневно, благодаря удобному и практичному материалу. Стильная модель платья в черном и горчичном оттенке подойдут блондинкам и брюнеткам. Можно надевать под открытые босоножки на каблуке и без него. Изделие практичное и достаточно универсальное, подойдет для любого мероприятия. Платье отлично подходит для ежедневной носки в летний сезон. Изделие выполнено из льна и хлопка, благодаря чему в нем не будет жарко даже днем. В модели сочетаются синий цвет и тонкая белая полоска. На груди выполнен накладной карман с рисунком в виде желтого цветка. Платье-рубашка стильного фасона подойдет для любого типа фигуры. На груди выполнены накладные карманы с клапаном, на талии тонкий белый ремешок-канатик. Можно сочетать с любой обувью светлого оттенка. Хлопковое платье-рубашка станет настоящим украшением любого летнего женского гардероба. Рукав короткий, воротник однобортный, на груди накладные карманы. В комплект входит тонкий белый ремешок, сочетается с любой обувью. Нежно-розовое платье из вискозы отлично подойдет для ежедневной носки в летний сезон. Нижний край выполнен в виде широкого валана. Рукава короткие, с дополнительной декоративной широкой лямкой. Лучше сочетать с классическими открытыми босоножками. Платье свободного силуэта из полупрозрачной ткани с однотонной подкладкой. Рукав короткий, с прихватом. Воротник однобортный. Длина изделия миди. Терракотовый цвет подходит блондинкам и брюнеткам.
Яркое красное платье из вискозы удачно декорировано белыми тонкими кружевами. На талии выполнен отрезной шов с вставленным декоративным шнурком, который регулирует ширину изделия. Рукав короткий, горловина круглая. Лучше сочетать с обувью на каблуке светлых оттенков. Платье выполнено ярусами из тонкого и легкого шифона. Модель подходит для летнего сезона, несмотря на длинный рукав. Оттенок мультиколор. Его легко сочетать с обувью базовых тонов. Бирюзовое нарядное платье из вискозы подойдет для летнего сезона. Его можно надевать на праздничные мероприятия и вечерние выходы. Лучше надевать под обувь на каблуке или на танкетке. Рукав короткий, с декоративным шнурком по краю. Платье-рубашка выполнены из вискозы с примесью нейлона. Свободный крой удачно скроет все недостатки фигуры. На передней планке установлены пуговицы по всей длине изделия. Рукав короткий, с тонкими манжетами. Можно сочетать с открытыми босоножками на тонкой подошве или на платформе. Платье в крое трапеция подойдет для дам с пышными формами. Изделие представлено в больших размерах. На талии выполнен фигурный шов. Длина миди. Рукав короткий, без манжетов. Можно надевать в качестве повседневной одежды для прогулок или походов по магазинам.